Как пахнет, а? Вкусно тебе? Я бы такое ел на каждый день, на завтрак, обед и ужин. Приветствую, друзья! Рад приветствовать всех на канале Амукучинара, канал любителей повеселиться, особенно пожрать. И сегодня мы будем делать тигровые креветки. Рецепт максимально простой, понадобятся нам тигровые креветочки, вот такие вот. Продаются они сейчас в супермаркетах, в замороженных отделах. Я думаю, что в каждом городе можно найти. Понадобится масло, чеснок и немного специй. Все очень просто, все очень быстро. Погнали готовить. Так, чесночок меленько режем. Его мы будем смешивать со сливочным маслицем. И будем мазать им наши креветочки. Стол предательски трясется, как холодец в том анекдоте. Знаете этот анекдот старый? Он говорит, да не ссы, я за колбасой. Кто вообще не в курсе, да, шеф-нож, он имеет такую формулу, что носик ты ставишь, вторую руку ставишь сверху, и можешь вот так вот работать. Так заточены все шеф-ножи. Приправа для курицы, но по вкусу она нам идеально подходит. От нашего коллеги из Турции, товарища Нусрета. Сливочное масло ждем, когда оно немножечко растает, чтобы оно стало мягеньким. Мы его сюда, в эту мисочку, смешиваем его с чесноком и специями. Так, собственно, то, чем мы мазать будем креветки, у нас готово. И давай теперь займемся самым сложным. Тут такие вот креветочки, размер 13 на 15 у них. Они, соответственно, не готовые, потому что серые. Сейчас мы их почистим, обезглавим, развернем. И будет нам счастье. Бошку отрезаем. Вот здесь вот, кто не знает, у креветочки есть какашечка. Соответственно, мы вот с этой стороны вот так вот аккуратненько заходим, берем ножичек. Нам надо с вами ее вот таким вот образом развернуть. Вот так. Ну и то же самое делаем с остальными. В принципе, ничего сложного, если у вас есть дома ножнички. Если ножниц нету, ну, нож вам в помощь, как говорится. Смотри, креветочки мы почистили, развернули, в каких-то были какашечки, в каких-то какашечек не было. Видимо, креветка сильно испугалась перед тем, как ее поймали и вытащили из воды. Мы ее разворачиваем вот таким вот макаром, бабочкой. Я буду использовать перфорированный лоточек. Если у вас такого лоточка нет, ну не печальтесь, можете просто на решеточку класть. Но лоточком удобнее, потому что ты просто с лоточком возьмешь и заберешь. Так. И вот так. Теперь берем наше масло. Сверху немножечко специечков, совсем чуть-чуть. Все, весь подготовительный процесс завершен. Что такое прямой, непрямой жар, все же понимают. Угли по бокам.
креветки по центру. Все, ребят, весь процесс. Температура 180-200, минут 5-10. Как они будут готовы, вы сразу поймете. Закрываем крышечку, открываем поддувчик сверху, открываем снизу и просто ждем готовности. Ну что, господа, креветочки готовы? Как определять готовность, я думаю, все понимают. Как только креветка стала красного цвета, значит, все у нас хорошо. Дегустатора будем звать или без него обойдемся? Я даже это просто так зайду. Да. Хотя вилка одна, что ли? Вилка, к сожалению, одна. Зато креветок много. Вкусно тебе? Пиздец. Ну, как говорят у нас в селе, между первой и второй перерывчик небольшой. Промежутка нет вообще. Промежутка нет вообще, говорят? Да. Поняли, да, чем Дэн любит заниматься? Сука! Пес да лис, понимаете? Салфеток нет, да? Мне кажется, знаешь, что только? Слишком до хрена я чеснока положил. Да. Много. Самого чеснока много. Да, да. А так, я бы такое ел на каждый день, на завтрак, обед и ужин. Но ты бы долго так не продержался. Почему? Ну, потому что я знаю тебя. Просто нон-стопом. Просто вилка одна. Слушай, а если снимать панцирь? И жарить без панцира, да. Блин, ну, не то пальто получится. Думаешь? Блин, ну вот это чисто на нас двоих, да? Да. Порция. Самое главное, не передержать. Иначе они станут резиновые, как резина. И поменьше чесночка. Поменьше и поменьше. В смысле, в граммовой поменьше. Бомба. Подписывайся, братец мой. Ставь лайки и жду тебя в новых выпусках.